Сегодня готовлю сама. Рыбу помыли, почистили, разрезали на порционные кусочки, посолили, поперчили, уложили на противень, на пергаментную бумагу, предварительно смазанную подсолнечным маслом. В тарелке смешиваю мелко нарезанную морковь, лук, немного замороженных томатов и сейчас добавлю еще сметаны. Смесь посолила, поперчила и выкладываю шапочкой на рыбку. Все убираю в духовку на 180 градусов. Прошло полчаса, и рыбка готова. Она сочная и нежная. Приятного аппетита!